Наконец-то переехали на новый объект, где нам доверили обложить плиткой цоколь по периметру всего дома, а также на полукруглом трехступенчатом крылечке. Есть, короче, где разгуляться. Как только мы сюда десантировались, осмотрелись, освоились, то первым делом сплясали обязательный ритуальный танец, чтобы задобрить местного домового. Затем вскрыли бетоноконтакт, хорошенько его размешали и кисточкой нанесли на основание. Сами, правда, не знаем, зачем это нужно, в основном для солидности, чтобы заказчик видел и понимал всю серьезность мероприятия. Затем с помощью зубила и молотка посбивали все сопли, которые будут мешать укладке плитки. Делали это с ювелирной точностью, для того, чтобы не сколоть облицовочный кирпич сверху. Почти день провозились, и основание готово к дальнейшей свистопляске вокруг него.